говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Николай Кузнецов. Здравствуйте. Рано утром во вторник, 7 ноября, Севастополь был вновь атакован беспилотными летательными аппаратами. Первые сообщения от очевидцев стали поступать в 5 часу утра. Губернатор города Михаил Развожаев опубликовал пост в своем телеграм-канале. Далее цитата. В Севастополе отработала система ПВО. По данным спасательной службы, обломки от одного из сбитых летательных аппаратов упали на крышу частного дома в селе Андреевка. Оперативные службы уже на месте. Идет ликвидация небольшого возгорания. По состоянию на 5 часов 19 минут возгорание ликвидировано, пострадавших нет. Спустя 2,5 часа Михаил Развожаев сообщил, что по уточненной информации обломки беспилотника также упали во дворе одного из частных домов в Орловке. Пострадал мужчина, у него перелом руки, угрозы жизни нет. В 8 часов 32 минуты губернатор уточнил, что по информации от медиков состояние у мужчины тяжелое. Помимо перелома пострадавший получил ранение грудной клетки и живота. По информации от Министерства обороны России, Крымский полуостров был атакован 17 беспилотными летательными аппаратами. На международной выставке-форуме «Россия на ВДНХ в Москве» появился стенд Севастополя. Масштабная экспозиция открылась ко Дню народного единства. В ней приняли участие все субъекты Российской Федерации. Особую севастопольскую атмосферу на стенде нашего города создают многочисленные интерактивные экскурсии, мастер-классы и квесты. В международной выставке форуме «Россия на ВДНХ» принимают участие все субъекты Российской Федерации, в том числе новые. 131 красочный стенд повествует о традициях и истории каждого субъекта. Севастопольская экспозиция отражает атмосферу белокаменного города у моря. Севастополь, конечно, отличается, это сразу видно. Так все по-доброму у нас. Можно даже сказать, по-семейному. Мы вот севастопольцы, у нас вот такое в душе, и мы всегда гостеприимны, принимаем всех. Это очень интересно, очень много людей. И я рада, что я сейчас вот принимаю в этом участие. Входная группа экспозиции «Графская пристань» – памятник затопленным кораблям. С историей города-героя можно познакомиться с помощью аудиогидов и видеороликов, а также интерактивных панелей. Мне кажется, что этот стенд, он именно о том, что Севастополь, во-первых, это неотъемлемая часть Российской Федерации. Это город-герой с уникальной совершенно историей. Это город, который за 10 лет сделал невероятный скачок. Когда мы в 2014 году мечтали о том, что мы возвращаемся в Россию, и это получилось, русская весна принесла то, на что мы, может быть, надеялись, но не были уверены, что это будет. Мы всегда говорили о том, что Севастополь, вернувшись в Россию, станет настоящим русским городом 21 века. На открытии стенда посетители и организаторы выставки вместе исполнили гимн Российской Федерации, гимн Севастополя. Участники творческих коллективов нашего города представили вокальные и танцевальные номера. Экспозиция повествует гостям выставки «Россия» об удивительных и ярких атрибутах нашего города. Благодаря множеству мастер-классов и виртуальных игр россияне, никогда не бывавшие у нас, могут почувствовать себя немного севастопольцами. Можно будет научиться и вязать морские узлы, можно будет научиться семафорной азбуке, можно будет сделать себе амулет как в древнегреческом стиле, или, например, написать картину вином, и взрослые смогут вечером поучаствовать в таком мастер-классе. Севастополь – край виноделия. У посетителей выставки есть удивительная возможность использовать вино необычным способом. Молодое вино ведет себя очень разнообразно на бумаге. У нас у всех одинаковый сюжет, но, тем не менее, способ проявления вина на картине у всех по-разному. Вот. Нам это очень нравится, сам процесс. Очень медитативный, расслабляющий. На стенде присутствует и кусочек живой истории. Реконструкторы воплотили в жизнь образы далекого прошлого, тем самым рассказывая о землях, на которых расположился наш город, и о том, как он развивался на протяжении веков.
В период с 1 века до нашей эры и по 3 век нашей эры на территории Севастополя, древнего Херсонеса, в Балаклаве, а также на большей части именно Крымского Черноморского побережья находились римские легионы, которые занимались защитой и охраной этих территорий. На одном из воинов – шкура медведя. Ее легионеры надевали для устрашения своих врагов, верящих, что в таком одеянии к ним приходили их разгневанные боги или дикие звери. Именно медведи, волки, ну и вообще хищные животные, в том числе даже львы и тигров иногда привозили. Это были отличительные знаки для так называемого младшего офицерского состава, то есть это знаменосцы, которые носили знамя, люди, которые носили орла, музыканты. Это были младшие офицеры, и они должны были выделяться. А из современных новинок посетителей ждет первый российский конструктор «Кубер», придуманный в нашем городе. Уникальный конструктор не имеет аналогов в мире. В нем всего 5 деталей. Он развивает фантазию, пространственное мышление. Из него можно построить все, что угодно. А у тебя мышь? А как мы назовем мышь? Я свою супермышь. Я его назову Джерри. Джерри? Экспозиция на ВДНХ – это очередное подтверждение того, что наш город обладает богатой культурой, которая заставит каждого влюбиться в Севастополь и захотеть либо вернуться к нам, либо приехать и остаться навсегда. Я горжусь своим городом, всегда им гордилась, но сегодня у меня особенное чувство. Мы вместе со всеми субъектами Российской Федерации, но все-таки есть то, что отличает город-герой. Это город-труженик, это город-защитник, это город-база Черноморского флота. Мы такими были, есть и будем. Мы часть русского мира. Международная выставка «Форум Россия» будет работать на ВДНХ до 12 апреля. После стенд Севастополя привезут к нам, чтобы севастопольцы смогли увидеть, как в экспозиции был представлен наш город. Мария Легина, Севинформбюро. С Днем народного единства! 4 ноября состоялся показ возрожденного фильма Александра Ханжонкова «Оборона Севастополя» в сопровождении оркестра под управлением Владимира Кима и полка Росгвардии. Картина увидела свет в 1911 году, став первым в России полнометражным игровым фильмом. Идея восстановления киноленты принадлежит Российскому военно-историческому обществу и сотрудникам Музея героической обороны и освобождения Севастополя совместно с Госфильмофондом. Вплоть до 1969 года легендарная кинолента считалась утраченной. Потом отдельные фрагменты обороны Севастополя обнаружили в архивах и соединили в фильм, который в течение долгого времени показывали посетителям кинопавильона Музея обороны Севастополя. Полтора года назад картину озвучили голосом работавшей тогда научным сотрудником Зои Мефодиевны Дудниковой. Мы привыкли видеть этот фильм на экране безмолвным. И пытались объяснить то, что происходит на этом экране. А вот уже приступив к этой работе, вот работал целый коллектив, вы знаете, когда я впервые услышала музыку, которая сопровождала этот фильм, вы знаете, совершенно другое впечатление. Я тогда поняла, как воспринимали в свое время, вот тогда, когда только вышел на экран. Оригинальное музыкальное сопровождение в 1911 году создано композитором Казаченко, однако партитура со временем была полностью утрачена. За ее восстановление взялся молодой севастопольский автор Сергей Кор совместно с известными в городе музыкантами. Это Севастопольский симфонический оркестр и оркестр Севастопольского полка Росгвардии. Они это один написал эту музыку, а другие ее сыграли. Вы знаете, удивительно, этот проект вообще был реализован, задумал давно, уже полтора года, но реализовался он в течение 23-го года. Для всего этого большого пути хватило полгода. Это уникальное, вообще, я считаю, творческое событие. Голос за кадром в восстановленной версии принадлежит народному артисту России Виктору Сухорукову. Первый показ возрожденного фильма «Оборона Севастополя» в живом сопровождении севастопольских оркестров прошел на Малаховом кургане во время фестиваля «Русская Троя». В честь Дня народного единства картину в том же формате представили зрителям в зале Севастопольского центра культуры и искусств. Это первый его показ в концертном зале, там, где само звучание позволяет оценить композиторское решение и высочайший исполнительский уровень. Поэтому
вот сейчас очень волнующее событие для всех создателей, потому что фильм впервые полноценно зазвучит. По словам авторов проекта, работа над воссозданием обороны Севастополя еще не закончена. В будущем необходимо более детально восстановить хронологический порядок эпизодов. Поэтому есть идея, если мы получим разрешение и получим авторские права на, скажем так, приведение фильма в соответствие с замыслом Ханжонкова, сделать и это. И, конечно, хотели бы снять фильм о создании фильма «Оборона Севастополя», потому что эта эпопея и съемочная, и художественная. То есть проект того стоит. Проект по воссозданию кинофильма Александра Ханжонкова «Оборона Севастополя» реализуется благодаря поддержке президентского фонда культурных инициатив. Максим Давыдов, Дмитрий Лелека, Севинформбюро. В Севастополе с 1 по 3 ноября на базе спортивной школы номер 7 проходил ежегодный турнир по боксу имени известного тренера и рефери Андрея Таранова. В этот раз в соревнованиях приняли участие не только местные юные боксеры, но и спортсмены из Бахчисарая, Алушты, Ялты и Сакского района Крыма. В первенстве приняли участие 120 детей старше 10 лет. Турнир в 7-й спортивной школе, посвященный памяти талантливого тренера, арбитра международной категории и мастера спорта по боксу, по традиции проводят с 2016 года. Андрей Леонидович Таранов за годы своей профессиональной деятельности не раз прославил Севастопольскую школу бокса, воспитав именитых учеников. Мы проводим достаточно много таких мероприятий, посвященных людям, которые отдали свою жизнь спорту. В том числе это Андрей Леонидович Таранов, который очень много лет наш севастопольский бокс пропагандировал, воспитывал воспитанников, очень много у него. И в том числе вот директор школы нашей, это его лучший воспитанник, участник чемпионатов мира. Севастопольская спортивная школа номер 7 с большой историей. Среди спортсменов, которые здесь тренировались, немало мастеров высшего уровня. К примеру, и сам Андрей Таранов был выпускником этого учреждения. Здесь очень много выпускников, которые блистали на мировой арене. Это у нас и Яценко, участник Олимпийских игр, есть Трофимов, чемпион мира среди профессионалов, Егоров, чемпион Европы среди профессионалов. Ну, очень много международников, которые выпускались из этой школы. На протяжении 3 дней состязаний 120 юных крымских боксеров всех возрастных подгрупп боролись на матчевых встречах за звание победителя. Секретарь соревнований Олег Тюрин рассказал, что сейчас севастопольские спортсмены готовятся к первенствам города и Южного федерального округа, а также предстоящему чемпионату в Москве. Такой турнир для них очень важный опыт. Боксерам надо родиться. Вот, потому что боксерское сердце, оно, наверное, все-таки присутствует с рождения. А уже отбор мальчишек по мужским критериям проходит, конечно, в ринге. Что нужно? Конечно, выйти на ринг. Это самая большая задача. Все остальное, мастерство, там, выносливость, это мы тренируем на тренировках. В этом и заключается смысл соревновательной деятельности нашей. На турнире отличный результат показал севастопольский боксер Максим Ермолаев, завоевав еще 3 победы на ринге в свой личный зачет. Спортсмен занимается боксом 7 лет, и за это время на его счету всего 2 поражения. 2 боя были довольно-таки сложными. Первый бой был не очень сложным. Опыт я получил хороший, постоял с интересными соперниками, разными, низкими, высокими. Опыт получил большой. Ну, на бокс нужно ходить, ну и на другие виды спорта. Но бокс, он как основной вид спорта, потому что тренирует выносливость, силу. Становишься быстрее, у тебя ловкость тренируется и всякое такое. По окончании турнира были определены победители, которых наградили дипломами и ценными призами. Николай Кузнецов, Жанна Тарасова, Дмитрий Лелека, Севинформбюро. К этому часу все. За развитием событий следите вместе с выпусками Севинформбюро. Телефон редакции 59-00-60, а также мобильный плюс 7-978-931-31. Уточнить информацию или оставить свою вы можете, как обычно, на нашем сайте ntsdefistv.com. Ждите новостей. Удачного вам дня!